Я вот недавно сходила к врачу, говорю, у меня задержка, но я точно не беременна. Она говорит, вы уверены? Я говорю, ну, конечно, уверена, у меня не было секса. Она говорит, погодите, не торопитесь, подумайте еще раз. Может, вы забыли? Я думаю, ты че? Мне 43 года, я свой секс уже не забываю. Я там каждому прям готовлюсь. А невозможно забыть, когда те на шугаринке говорят, ого, у вас и тут седой волос. Я честно, я не верю, как можно забыть секс после 40, но это невозможно. Мы же постоянно думаем, вдруг это последний. Мне кажется, поэтому про женщин в возрасте и говорят, что они там что-то в постели такие опытные, что-то вытворяют, прям тигрицы. Потому что он каждый раз думает, вдруг больше не будет, души давай. Но меня так сильно раздражает, что мне постоянно говорят про мой возраст. Я вот даже недавно выложил в соцсетях фотку в купальнике, мне тут же наприлетало. Там, фу, как можно, какой купальник в вашем возрасте. Я думаю, сука, я в аквапарке. В чем я там должна быть, в пальто? Вы вообще, вы как меня видите, что я там стою под горкой и крещу всех, кто оттуда вылетает? Я только сейчас, наконец-то, вот начала жить, там, что-то пошла учиться, покрасила волосы. И то мне постоянно говорят, да тебе уже поздно, тебе там 43. А когда мне было это делать? Я всю жизнь рожала детей. Все, я уже хочу пожить для себя. Слушайте, я столько посмотрела мультиков детских за свою жизнь, что мне недавно приснился эротический сон с Лосяша. Я, ну правда, я не могу, сейчас наоборот, сейчас столько интересного, там что-то появляется, что-то новое, да, что-то там, ну, такого раньше не было. Я вот даже недавно решила пошутить над своей подругой и решила заказать ей на день рождения вибратор. Слушайте, я залезла на сайт, я зависла. Вы видели, как сейчас выглядят вибраторы? Это вообще что такое? Это что-то такое интересное, розовое, фиолетовое, с подсветкой. Ты смотришь и думаешь, это вибратор или то, что на дне города продают? Я себе уже такое точно купить не смогу, потому что я посмотрела, там что-то какие-то настройки, какие-то режимы. Мне 43, я уже не разберусь. Мне вон телефон-то дочь настраивала. Я боюсь, вряд ли здесь так же получится, что я буду кричать, Полина, быстрее иди сюда, я тут какую-то кнопку нажала.